Девчонки, мальчишки, привет! Сегодня будем проводить очередное мой уход, мое очищение. Получила я, ну, для себя новинку. Это мусс для глубокого очищения Oxyology. Это кислородный мусс для глубокого очищения. Бесконечный источник энергии для самообновления кожи. Активирует, не является уфильтрами, активирует синтез коллагена, других белков, повышает тонус кожи, улучшает тон и рельеф, и стирает следы стресса и усталости, омолаживает кожу. Так, уникальное средство для глубокого очищения. Специальный состав из густой стойкой и пушистой пены нежно очищает поры лица от загрязнений и излишков себума. Кожа становится чистой, мягкой, увлажненной. Экономичный расход, достаточно вспенить дозу величиной с маленькую горошину, чтобы превратить его в обильный слой пены из микроскопических пузырьков. Это позволяет им глубже проникать в поры и приводить к качественно новому уровню очищения. Вот неудачная надпись, белым, да и черным было бы неудачно написано. Мне как бы отсвечивает, вот я еле прочитала, если честно. Давайте посмотрим. Ну, линейка не бюджетная. Я принесла так с собой. А, вот еще вот к муссу очищающему я взяла вот такую вот очищающую сеточку для очищения, для взбивания пены. Тут что пишут? Удобный и полезный бьюти-аксессуар. Это самый простой способ получить густую, пышную пену, используя минимум средства для умывания. Мусса, пенки, геля или мыла. Полученная пена выполняет при этом важные функции. Непосредственно очищение кожи, не микромассаж лица при помощи сотен тысяч крошечных воздушных пузырьков. Результат – максимально экономичный расход средства для умывания. Простая процедура умывания превращается в сплошное удовольствие. Слегка намочите сеточку, нанесите небольшое количество средства для умывания на сеточку. Добавьте немного воды, несколько раз потерев сеточку в руках до получения пены. Так, в общем, я не поняла что-то. У меня, как всегда, с первого раза ничего не понятно. Выдавить на ладонь горошину средства. Взбейте до получения пены с добавлением небольшого количества теплой воды. А на какое лицо? А, на влажное лицо нанести. В общем, получается, сеточка должна быть влажная. В руке должна быть вот эта вот капелька мусса очищающего. Добавить несколько, немного воды, несколько раз потерев сеточку в руках до получения пены. Снимите пену с сеточки, зажав ее основание ленточки между указательным и большим пальцем одной руки и потяните за колечко другой. Получившимся облаком пены умойте лицо. Вот почему-то мне иногда поражает, я немножко отклонюсь, зачем придумывать такие сложности? Вот я не пойму, для чего. Ну, мусс и мусс, да, пена и пена, да, выдавил, намылил. Зачем вот такие вот сложности? Это очень, ну как, не то, что сложно, это, ну, вот утром, допустим, некогда, да, хочется вот этим вот средством помыться. Ну, допустим, да, ладно, у меня время масса свободного. А некоторые работающие люди, как они вам с утра будут вот это вот все процедуры проводить? Мне кажется, это такая сложность сложная. Ну, вот, вот такая вот сеточка, вот она. Тут, ну, это прям сеть рыболовная, ну, сеточка. А здесь есть эти поролончики. Я так поняла, что вот так вот нужно взбивать пену вот так вот на руке. Сеточку надо смочить немного, я думаю. Много не буду смачивать. Это вода простая. Так, а что я не взяла? Я не принесла с собой тоники. Ладно, до тоников найдем, принесу тоники. Смотрю, что-то мне не хватает в моем уходе. Так, смочила сеточку, смочила лицо. Лицо мне не очищено, просто душ приняла, голову помыла. Чуть-чуть добавляю. Ну, вот так вот, мне кажется, вот. Может, даже поменьше.
Запах приятный, имеет текстуру кремовую, вот. Прям немножко сюда воды, как говорят. Сеточку мы сворачиваем и вот так вот, наверное, делаем. Вот. Да, вот она пена, смотрите. Происходит пена здесь. Ну, не знаю. Может быть, еще надо было добавить этого средства. Ну вот очень вот эта вот вся процедура, как бы бьюти-процедура, мне кажется, сложноватая. Или воды еще добавить. Что-то у меня пены как-то не очень много получается в руке. А, ну вот пена, вот она, пена, вот. И вот эту пену мы наносим. Нет, в принципе, хватает. Это глубокое очищение у нас. Похоже, знаете, на что? На пену для бритья. Она плотная, эта пена. Очень плотная. Не пушистая, не воздушная, а очень плотная. Интересно, на коже вокруг глаз навряд ли она нужна. И мне просто интересно, щипать будет глаза или нет. Вот этот вот момент. Ну что тут еще, мне кажется, есть. Или нет, уже нету, все. Ну, здесь еще пенка есть. Мне вот хватает. Вот столько, сколько я выдавила, этого хватает. Вот видите, она тут с колечком. Вот так вот держать и вот так вот тянуть. Так. Просто единственное, зачем так заморачиваться? Я не знаю. Зачем вот эта вот сеточка для взбивания? Это уже какой-то, мне кажется, замороченность какая-то. Очищаем лицо. У меня, кстати, кожа поменяла свой состав, будем так говорить. Теперь она у меня стала уже даже не нормальная, а комбинированная. Вот с каждым разом все. Вот она у меня даже впиталась, смотрите. Наверное, пошла я смывать. Я что хотела сказать, с каждым с приближением лета, да, кожа меняет мою текстуру. Ну, пошла я умылась. Вы знаете, мне не понравилось использование этого мусса. Ну, как его использовать? Вот именно сеточка. Очень заморочно. И вы знаете, ну, по факту кожа немножко побелела, мне кажется, да? Но она у меня стягивает, прям стянула лицо. Ну, мне некомфортно на лице. Ну, заявлено, что очищает поры. Не знаю, как. Ну, в принципе, поры чистые. Но я за порами сейчас в последнее время стала следить. И они у меня особо, ну, как бы в нормальном состоянии. Я имею в виду чистые поры всегда. Уход мы с вами будем проводить не под макияж. Ну, соответственно, будет многослойность у нас. Вот я к чему это я вам говорю. Буду ли я его повторять? Ну, цена не бюджетная. Цена не бюджетная. Здесь 75 миллилитров. Может быть, когда-нибудь и повторю. Ну, с таким использованием, да, вот то, что маленькую горошину, это у меня, наверное, надолго хватит. В общем, пока я воздержусь, пока я воздержусь, в общем, пока я, так сказать, у меня двоякое мнение по этому поводу. Так, вот очистили. Все, больше сегодня я очищать лицо ничем не буду, кроме как вот этим вот кислородным муссом для глубокого очищения, потому что пишут для глубокого очищения.
Ну, кожа не гладкая, она какая-то шершавая. Ну, у меня весна, у нас весна, как во всем, да, во всем мире, как говорится. Ну, у всех просто разные погоды, и у меня это цветение на лице началось. Дальше, наверное, будем с вами применять маску. У меня тут две маски. Я прям даже не знаю, что и делать. Ну, вернее, даже третья есть маска, но ее можно использовать как средство под основной уходовый крем. У меня маска вот Global, тоже из этой же линейки. И маска Sculptor для лица, шеи, декольте. Не знаю, наверное, может быть, с вами две маски сделаем. Наверное, давайте две сделаем маски. Так, давайте сначала нанесем маску Sculptor, нанести маску на очищенную сухую кожу лица, шеи и декольте на 15-20 минут, затем смойте теплой водой. Маска Sculptor — это Матридженик 60+. Ну, я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы нанести себе ее на лицо. Биометическая косметика для очень зрелой, увядающей кожи. Интенсивное омолаживающее действие восстанавливает четкость контура лица, восстанавливает структуру эпидермиса, нормализует работу сальных желез, прекрасно очищает поры, устраняет черные точки, стимулирует выработку коллагена и эластина. Мягко отшелушивает оробевшие клетки, повышает регенеративные функции клеток, повышает эффективность средств ежедневного ухода. Ну, это устраняет черные точки, очищает поры, так что эта маска и в то же время очищающая. Поэтому мы правильно, давайте ее сначала нанесем. Ну, у нас омолаживающая маска на основе морских водорослей гарантирует быстрый и впечатляющий результат. Всего за несколько минут ваша кожа очистится, появится ощущение свежести и увлажненности. Экспресс-уход еще никогда не был таким простым и эффективным. Используйте один продукт. Один для одновременного очищения и восстановления кожи трех важнейших зон: лица, шеи и зоны декольте. Маска мягко отшелушивает слой ороговевших клеток, открывает доступ к глубоким слоям кожи. В результате заметно повышается эффективность всех дальнейших этапов ухода. Кислородный комплекс NovaPhtem увеличивает содержание кислорода и кожи в коже и усиливает действие всех активных ингредиентов. Заявлено прям тут замечательно все. 50 миллиметров. Простите, я заговариваюсь. У меня, если честно, на последнее время не то, что нет желания снимать видео, а я как-то снимаю видео без какого-либо азарта. У меня какая-то апатия, да? Вот апатия на меня наступает. Я вроде бы не говорю, что я не хочу снимать видео, я хочу снимать видео, а вот все как-то вот без какого-то либо вот драйва, да, вот без какой-то вот изюминки, без настроения. Наверное, все-таки весна на меня влияет. 50 миллиметров. 5 миллиметров. Миллилитров. Господи. Взяла я эту маску, ну, 70% скидка. Восстановление треугольника красоты. Я так поняла, вот этого треугольника или какого? Практически без аромата, вот так она выглядит. Так, я кисточку взяла. Давайте, наверное, сначала нанесем спрей Oxyology. Немножечко. И немножечко что сделаем? Чем-то немножечко сделаем вот так вот. Чем-то принесла с собой сыворотку Уикенд. Я хотела вообще-то Реноваж сделать. Нет, наверное, Реноваж сделаем Уикенд в следующий раз. Давайте приступим. Маску наносить будем. Так, отсюда давайте. С крышечки. Кстати, эта крышечка может быть... Я думала, что на беззащитной крышке она прилепилась, вот эта крышечка. Вот она. Вот она, защитная крышечка. Здесь есть ручечка вот так вот, чтобы брать ее. А я думала, что она без защитной крышки пришла. Ну, такая, знаете, плотная, очень плотная маска. Очень плотная маска.
Я плотным слоем не буду ее наносить, нанесу тонким. В принципе, не в том, не как маску мы наносим, ну, в основном всегда тонким слоем. Нам же она все равно работает, даже если вы нанесете толстый слой, все равно маска будет... Ой, тонкий слой все равно... Блин, запуталась. Если даже вы нанесете тонкий слой, все равно маска будет работать. Так что не надо. Также и крем, да. Не надо тут наносить уж такие прям толстые слои, чтобы маска у вас прям лежала толстенным слоем. И быстро она закончится тогда у вас. Вот еще что хотела сказать. Я ее навеки нанесу. Хотя зря я это сделала, потому что у меня линзы. Я забыла, как всегда. Что-нибудь да забуду. Я, она в корку, мне кажется, застывать не будет. Хотя написано, что очищающая тоже очищает поры. Ладно уже, коль нанесла, и сюда нанесу. Но мне кажется, она в корку застывать не будет. У меня в Т-зоне начало пощипывание. Где крылья носа, прям пощипывает так прилично. Так, ее она заявлена и на шею, и на декольте. Нанесем с вами на шею, и на декольте тоже. Ой, прям хорошо так пощипывает. Если честно, что-то сегодня мне неприятно она пощипывает. Где вот крылья носа, нос, вот прям кончик носа. Тут на декольте еще сказали нанести, да? Ну, давайте на декольте нанесем. Сегодня вроде бы декольте позволяет нанести. То бывает, наденешь и забудешь, что ты уход делаешь. И декольте у тебя закрыто. Вообще, по большому счету, надо бы полотенце было завернуть и сесть в полотенце. И сидеть. Вот так вот сделаем. Видите, какой вырез, такой у нас будет и уход. Так, масочку наносим. Тонким слоем, не толстым. Маска, а я уже говорила, да, ничем не пахнет. И она такая вот... Чуть-чуть бело какой-то с лимонным отливом маска. На лицо мы нанесли. На зону декольте нанесли. На шею нанесли. Ну, расход небольшой, я смотрю. Не очень большой. Так, маску мы с вами... Ой, этот сыворотку реноваж с вами будем наносить. Все, хватит мулеваться. Закрываем маску. И 20 минут меня не будет. Через 20 минут подойду. Я уже сказала вам, да, матриджейник это 60+. Я как-то на это внимание не обращаю. Я могу, в принципе, 30+ намазаться. Но все равно как-то визуально, когда вот смотришь и делаешь заказ, уже как-то на 30+ вообще не обращаешь внимания. Хотя у меня есть маски 30+. Ну вот на сайте, когда заказываешь, я, допустим, уже даже внимания не обращаю на 30+. Но если по распродажам, то я, в принципе, возьму 30+. Если будут по распродаже. А так, в принципе, покупать я уже покупаю, конечно, уход 40+, 45+, 50+, 60+ покупаю. Так что вот, пошла я дела делать свои. И с маской сидеть. Отдыхать не буду, у меня сегодня дел много. Все, 15 минут прошло, я пойду маску смывать. Она у меня практически вся впиталась, вот в складках шеи забилась. Но я толстым слоем не наносила. В общем, пошла я смывать маску. Она немножко подсохла, немножко, да, немножко где-то, ну, она заявлена как очищение и в то же время увлажнение. В общем, пока ничего не могу сказать про эту маску. Ну все, я пришла к вам. Не знаю, лицо просто посвежевшее.
Гладенькая, кстати, гладенькая. Поры я вам до этого говорила, что они у меня не забитые, вычищенные. Я слежу за ними. Не подсушила. В принципе, нормально. Пока что претензий никаких нету. Ну и следующую маску буду наносить вот такую вот Global Oxygen. Так, способ применения. Нанести небольшое количество маски на кожу лица, равномерно распределить и при необходимости через 5-10 минут удалить излишки салфеткой. Ну, через 10 минут я смою эту маску. Обеспечивает быстрое и длительное увлажнение, удерживая влагу как магнит, насыщает кожу кислородом. Пятьдесят миллилитров пластиковая баночка. Тут в маске как будто бы какие-то пузыречки есть. Вот видно вам. Пахнет она очень хорошо. Мне понравилось, как она пахнет. Здесь защитная не пленка, а пластик. Ну, как крышечка защитная. Вот здесь вот еще масочка даже есть. Давайте, наверное, опять кислородным спреем пройдемся. И нанесем маску. Нанесем масочку. С крышечки я возьму, потому что на крышечке еще прилично остается. Ну, это гелевая текстура, гелевая и такая светло-светло-голубенькая. Ну, при нанесении, естественно, вот она такая светло-голубенькая, что цвет не голубой, а прозрачный. Пахнет прям очень хорошо. Пощипывает в Т-зоне. Пощипывает в Т-зоне. На шею тоже. На веки тоже. Почему-то всегда, вот мне интересно, может кто-то знает, почему всегда пощипывает, где крылья носа? Ну, в основном вот какие-то там средства, они вот пощипывают вот именно вот здесь вот. Там, наверное, ярко выражен купероз, наверное, да, кожа получается как-то потоньше, что ли, или очищение, или поры открыты. Но кожа век у нас тоже тонкая, она у нас ни в коем случае не толстая, да? А вот здесь вот на носу же кожа, мне кажется, толстая. Почему она пощипывает, я понять не могу. Именно вот в Т-зоне. Ну, не в Т-зоне, а где нос. Ну и на декольте нанесем тоже. На шею, на декольте. Распределяется хорошо. Ну, как несложно. Кстати, матридженик масло, которое вот до этого была. Масло, маска. Что я говорю вообще? Какой-то бывает ересь несешь. Я вот видео иногда свои просматриваю. Думаешь, господи, я недавно в каком-то видео 28 сентября сказала. Хотя должна была марта сказать. Или 27 сентября, не помню. Потом что-то я хотела сказать. А, я хотела сказать. В распаковке, кстати. Я хотела сказать, что вот эта вот маска дороже, чем матридженик. Сказала наоборот, вот это вот дешевле, чем матридженик. Иногда, ну чё, что вот говоришь, а? Себя иногда потом со стороны слушаешь, господи, думаешь, какой человек ересь бывает несет. Ну, это, знаете, это не ошибки такие, а получается, как бы заговариваешься, да? Хочется видео. Видео длинные, и не хочется ваше время занимать. И получается, быстро-быстро говоришь. Потом я еще, если видео длинное, ставлю на, ну, редактирую на ускорение, потому что, ну, потому что, если на ускорение не ставить, то я там буду, вот как сейчас говорю же. Ну все, 5-10 минут буду сидеть. В общем, про матридженик я хотела сказать, я отклонилась, да? Если матридженик масло, блин, тьфу, блин,
Маска была, ну, и есть, в принципе, такая, знаете, маслянистая, плохо, тяжело разносилась, то это прям легко разносится, как по маслу. Там маслянистая все равно тяжело разносилась на коже, да, по коже, потому что она плотная маска. А вот этот вот гель разносится прям замечательно. И аромат очень хороший. Я прям испытываю такое, знаете, наслаждение от запаха. Ну все, минут 10 меня не будет. Вернусь и расскажу дальше, что я буду делать. Прошло 10 минут, пошла смывать маску. Маска практически впиталась, она липкая. Вот гелевые все текстуры, липкие в основном. Ну, маска вся впиталась, конечно, на шее нет. Вот здесь вот, а вот на лице она впиталась вся. Я тут чай успела попить и кое-что сделать, поработать. Пошла смывать маску. Ну все, смыла, смываю я все маски вот такими двумя спонжиками. Они твердые, я их размачиваю, они не абразивные, мягкие, удобно при смывании. Кстати, Матриджиник я смывала маску горячей водой, потому что теплая и холодная она не смывалась. Она такая плотная, маслянистая, нужно было горячее, как жирорастворяющее какое-нибудь, ну, средство, в частности, вода горячая, она жирорастворяющая, да. Вот эту Global Oxygen я смывала теплой водой. Холодной ничего не получилось смыть, хотя я иногда люблю холодной смывать, потому что долго бы пришлось смывать. Ну, мой вердикт про маски, да? В общем, про Global Oxygen очищающий муж. Ну, что так? Вот что я говорю, а, девочки, муж очищающий. Очищающий мусс. В использовании мне не понравилось. Ну, если куда-то торопишься, по-любому не получится смыть его быстро. Ну, по крайней мере, нанести, смыть вот это вот все. Маска Матриджиник. Ну, ничего плохого, ничего хорошего не могу сказать. Global Oxygen гелевая текстура мне понравилась больше. И, кстати, по факту, после Матриджиник лицо выровнялся тон, посветлее стало лицо. После Global Oxygen я ничего не увидела на лице. Но это с одного применения. Я ими не пользовалась ни разу. При вас все первый раз. Так, ну дальше. Наверное, с вами для шеи и сыворотку Кент я оставлю на ночное применение. Будем делать для шеи гардерику ночное обертывание и уикенд. Дальше опять мы проходим Oxyology. Дальше вот такой вот тоник Реноваж 50+. С пептидами он, кстати, тоже немножко пощипывает. Я наношу тоник на руки. Я не наношу на ватный диск, потому что... На ватный диск, хотела сказать, господи. На ватный диск. Что у меня сегодня с артикуляцией, да? Потому что ватный диск много забирает в себя. А это прям мне вот нравится. Нанес и все. Так, дальше. Дальше сыворотка. Ну, не сыворотка, а софтнер. Но она между сывороткой и тоником. Это, ну, получается как база под макияж BioGlow с цитрусом. Мягкая, нежная, хорошо пахнущая, удобная в применении. Мне нравится она. Так, по-быстренькому сегодня с вами сделаем. Дальше, Реноваж. Сыворотку буду наносить, вот такую вот, 15 миллилитров, 50+, это вся линейка 50+, Реноваж с пептидным комплексом. Чай шоколадка попила, в зубах... Сублимированная малина застряла. Наш чай, кстати, пила. Гастро. Травяной сбор. В нашей кружке с сердечком. Стеклянная. С нашей шоколадкой. Сыворотка-активатор жизненных сил клеток.
3-4 капли сыворотки утром и вечером на очищенную кожу лица, шеи и области декольте. Или добавляйте 1-2 капли сыворотки в дневной или ночной крем серии Renovage для усиления их действия. Ну, я обычно наношу все сыворотки перед кремом. Нравится, я уже брала один раз такую сыворотку, мне она понравилась. Она плотнее, вот, допустим, плотнее, чем Варио эликсир, плотнее, чем сыворотка Уикенд. Вот у меня в Биоглоу, у меня уже в пустых баночках, я вам расскажу про нее отдельно. Там другая совершенно текстура. А это такая ближе к маслянистой, но маслянистой я не люблю текстуру масла. Это не масло. Тут опять активных пептидов, которые обеспечивают выраженное сокращение морщин и признаков старения кожи. Так что вот давайте пробовать. Ну, не пробовать, вернее. Ну, при вас я, по-моему, первый раз на камеру сыворотку эту наносить буду. Вот такая она желтенькая, прозрачненькая, тоже жиденькая. Ну, как все сыворотки, имеют текстуру такую не воды, ну, то есть не тоника, да, и не такой кремовую, что-то вот, и не гелевую, что-то вот среднее. Пипеточка тут. Удобно в применении. Мне нравятся пипеточки, в принципе. Наношу сюда. Ну, это все выдавлю. Запах такой нейтральный. Очень такая вот, знаете, ну вот практически можно сказать маслянистая, но это не масло. Это не масло все-таки. Ну, запах, конечно, я бы сказала, такой нейтральный, но мне нравится запах, вот он напоминает, вот это вот она, вернее, сыворотка, напоминает запах, знаете, крем для шеи и декольте вот серии Реноваж. Ну, наверное, вся линейка так пахнет. Вроде бы так нос сюда сунула, понюхать, вроде бы запаха нет. А вот сейчас разношу, прям очень мне нравится, очень мне комфортно. Сыворотка впитывается мгновенно, ну, по крайней мере, у меня. У меня кожа, я вам сказала, уже комбинирована, уже даже ненормально уже комбинирована. Уже, можно сказать, утром стою прям с жирком на лице. Ну, еще не жирная до конца. Ну, все, вот она впиталась. Она не липкая. Ну, немножко вот осталось, как бы. Ну, то, что еще не до конца не впиталась, но вообще она не липкая. Она очень комфортная моему лицу, мягкая, мягенькая. Мне понравилось. Ну, дальше нанесу я вот такой свой любимый гиалуроновый гель с алоэ вера. Здесь 80% алоэ вера. Это Сиул. Я его наношу, но тут пишут, как можно использовать двумя способами. То есть, как легкий гель для ежедневного использования, нанести тонким слоем на очищенную кожу лица утром или вечером. Ну, или и вечером. Как восстанавливающая гель-маска, для более интенсивного эффекта нанести гель на очищенную кожу лица толстым слоем. Оставьте на 10-15 минут, излишки удали ватным диском. Легкая тающая текстура дарит ощущение свежести, равномерно носится и быстро впитывается. Без ощущения липкости, глубоко увлажняет и запускает процесс омоложения. Липкость присутствует. Вот они пишут, липкости нет, липкость есть. У меня все гелевые текстуры, они липкие. 50 миллилитров, как и везде, я использую под основной уход, под основной крем. Как маску я не использую этот гель. Пластик. Запах здесь ярко насыщенный аромат какого-то фрукта. Я не могу вспомнить, или, может быть, я не знаю, или, ну, прям и цвет, знаете, зеленый, красивый и хорошо пахнет. Мне нравится. Я люблю яркие ароматы. Ну, нежные тоже, конечно, люблю, но яркие мне больше привлекают почему-то. Ну, мне как-то вот комфортнее с яркими ароматами. Ну, наверное, этого хватит. Это гель. Это создает липкость на лице. Крем для кожи вокруг глаз я в последнее время перестала наносить. Иногда наношу вот секреты, вернее, мертв.
Мертвые соли Греции. Вот так вот что-то вот этот вот. А Эйвонский иногда наношу. Но почему-то забываю. А вот Фаберлик я перестала наносить кремы для кожи вокруг глаз. В связи с тем, что ну, у меня 45 блум. И у меня есть океанум. Не тот, ну вот к блуму еще более-менее нормально я отношусь, к океанум. Почему-то у меня после вот именно океанум глаза как это отекают, кожа вокруг глаз отекает. Я и утром пробовала, ну как утреннее применение, и ночное применение пробовала. Мне, в общем, некомфортно. Хотя вот раньше зимой не было такого. Может быть, в связи с тем, что сейчас поменялось мое состав моего лица. Текстура, или как это сказать, кожа, да, из сухой нормально превратилась она уже в комбинированную. Конечно, мне уже некомфортно. Наверное, что-то нужно полегче. Наверное, нужно Ойкент брать, потому что Ойкент мне нравится. Он как-то легкий, ну, достаточно увлажняющий крем. Или пока перестать пользоваться. Мне еще, видите, какая. Ну, какая вот проблема? Я не знаю, это проблема у меня или, может быть, у вас так. Вот смотрите, я наношу вообще как бы крем вокруг глаз. Куда наносим мы? Мы, то есть, вот сюда наносим и вот сюда наносим, правильно? Ну, то есть, вокруг глаз, вот так вот. Наношу близко, то есть, вот сюда я наношу. У меня в глаза попадает, у меня мутность, у меня раздражение, у меня слезоточивость. А вот сюда наносить, ниже, на косточку вот эту вот, я не вижу смысла. Не знаю, что делать. Либо нанести, да бегом спать, лечь быстрее, бегом, бегом, быстрее, быстрее, да, вот так вот. Ну, то есть на ночное хотя бы с применением. Я уже не говорю про дневное, а хотя бы на ночное. Но я наношу, я не сразу ложусь спать, я там, может быть, дела какие-то делал, может, еще что посмотрю. Ну, как перед сном, извините, грех не посмотреть какой-нибудь фильм. Ну, или какую-нибудь передачку, может, фильм. Я не знаю даже, как сказать, но я много чего смотрю. И вот я не знаю, когда его наносить. А океанум, вот да, в последнее время стал мне прямо. Прям вот такие вот здесь вот мешочки, и вот такие здесь мешочки. Прям хочется бегом бежать, бегом помыть глаза. Мне некомфортно. Все, нанесла его, он, вот этот гель, впитывается мгновенно, но оставляет липкость, конечно же. Потому что вся гелевая текстура, она у меня вся оставляет липкость. Как всегда, волос. Вот, вот липкость, видите? Может, слышно вам? Ну, меня это не смущает, потому что следующий этап у меня будет уже крем, основной мой крем. Футболка здесь мокрая вся. Ну, потому что я мыла, я же декольте же мазала. Ну, как наносила крем, и здесь все мокрое. Крем у меня последний раз мы с вами делали был Варио, помните? Я его пробовала и с сыворотками, и без сывороток, ну, эликсиров. И без геля под крем, да, вот как сейчас нанесла. Я его по-всякому ну, как пользовалась им, наносила, и он у меня почему-то какой-то вот белесый составляет, сразу не впитывается. И для меня он, хоть и написано, что он увлажняющий, но текстура для меня тяжеловатая. Скорее всего, варю крем я вот увлажняющий, я ставлю на ночное применение. Ночью мне как-то все равно, уж какое у меня там белое лицо, либо жирное. Ну, как бы я сплю, мне все равно. А днем хочется комфортно ходить, чтобы на лице было комфорт. Я вернулась к Блуму 45 плюс дневной крем. Мне он понравился. Ну, как бы думала, варю попробую. Я же эликсирами пользуюсь, варю, думаю, как раз в комплексе. Но не вышло. На ночь оставлю, на ночь буду пользоваться, а это сейчас буду вот блумом при вас открывать первый раз, или он был открыт? А, я его открывала, да, в распаковке. Запах здесь, конечно, обалденный. Здесь роза с, знаете, с такой горчиночкой. Ну, это запах туберозы. Хотя вот трогаю, да, его, он тоже плотненький, как и варио плотненький. Но этот крем, он, знаете, такой более как
Мусс. И очень мне нравится. Не оставляет ни жирность, не оставляет, знаете, как это сказать-то вам? Не утяжеляет лицо. Я его не чувствую на своей коже. Вообще абсолютно не чувствую. Мне он нравится. Я, в принципе, можно сказать такое слово и применю, да, тащусь от запаха туберозы. От запаха туберозы. И мне. Очень это нравится. И крем очень легкий. Белесость никакой не оставляет. Ну, это еще раз повторюсь. Разносится мягко, разносится комфортно. Ну, подошел он мне. Подошел. Это моя вторая баночка. Буду еще брать, потому что мне этот крем понравился. Сейчас еще на шею его нанесу. У нас сегодня для шеи нету крема отдельно. Но я решила, что этот крем, который Гардерика ночное обертывание, я оставлю его все-таки на ночь. Ну и когда буду ночной уход с вами делать на камеру, я его покажу вам. Ну все. Вкусный запах, приятный аромат. Ну все, девочки, вот такой вот мой уход. Сыворотка Renovage 50+, мне нравится. Блум крем 45+, нравится. Гиалуроновый гель Алоэ с Алоэ Вера очень нравится. Софнер Бьюти Биоглу нравится, без комментариев. Renovage тоник тоже нравится. Восстанавливающий спрей активный, без комментариев. Сегодняшние три для меня новинки. Это мы протестили мусс очищающий Global Oxygen, потом маска увлажняющая Global Oxygen и маска Matrigenic 60+. Ну, из трех средств Global Oxygen мусс меня как бы он не впечатлил. Маски, в принципе, я им даю всегда, ну, как бы второй, третий, четвертый шанс. Ну, то есть я ими пользуюсь. Аллергии никакой нет у меня на лице. Не создали никаких благоприятностей. Вернее, неблагоприятностей на лице. Комфортные были в использовании. Ну, чуда я не жду от масок таких прям сильных. Бьюти-кафе бальзам грушевый. Для губ. В общем, очищение мне вот это не понравилось. И Тиандей крем с овечкой. Да, тут с овечкой, по-моему. Он с плацентой и жемчугом, и плюс конхиолин. Тоже мне нравится. Тоже моя, по-моему, третья. Ну, вернее, эту мне подарили, этот крем. А вообще, я раза два брала. Ну, когда в компании Тиандей что-то заказывала, но я с сайта не заказывала, я как бы с рук брала. Я когда работала на работе, ну, на работу ходила. Девушка занимается там Орифлейм, Тиандей, там Топервар, вот такое вот. Ну, и я у нее кое-что там с Фаберлика заказывала. Хотя я давно-давно была в компании Фаберлик, и зарегистрирована, и покупала, и пыталась свою структуру построить, да, тоже онлайн. Ну, там ассортимент. Я ни в коем случае не ругаю компанию Oriflame. Она очень хорошая, много чего мне в ней нравилось. Но структуру строить, это нужен в компании все равно ассортимент большой. Чтобы человек, ну, допустим, не только вот... Есть люди, которые косметикой не пользуются. Есть люди, которые не ухаживают, да, ухаживающими кремами. Есть люди, которые парфюмом не пользуются. Есть люди, которые, ну вот нет, вернее, нет таких людей, которые не моются и не моют. Вот компания Faberlic, она обширная, да, она позволяет выбрать, даже если вы не краситесь, не ухаживаете за собой и не наносите парфюм, но вы же моетесь, вам же нужен шампунь, вам нужен порошок, да, элементарные, да, вот эти вещи. Вы посуду моете,
Ну, я к тому говорю, что ассортимент все-таки дает о себе знать. И вот я в Орифлейме строила-строила, не получилось у меня. И пришла вот в Фаберлик строить структуру свою. Ну, пока то, что, не скажу, что прямо у меня что-то получается. Ну, так, семимильными шагами идем. Но я не тороплюсь, я не тороплюсь. Еще, знаете, тот такой момент, если бы не на что было жить, не на что было покупать, да, Фаберлики, мне кажется, я бы продолжала дальше работать. А извините, есть на что жить, есть на что покупать. Почему бы не идти семимильными шагами, да, в Фаберлик? У меня помимо Фаберлик, у меня еще есть заработок в интернете. Поэтому я и так спокойно, ну, как бы, сильно уж не спешу никуда. Хотя, знаете, вчера, кстати, думала, вот, мне вот 40 лет. Ну, еще 41 нету, скоро будет, кстати. Меньше, чем через месяц. И вот думаю, пол жизни прожито, да? Интересно, а я буду бабушка в лет 60? Ну, 60 не бабушки еще, ну, там за 70, вот 75 будем говорить уже бабушкой, да? Интересно, я буду снимать видео, да? Будет у меня мой канал? Как я буду уход свой показывать вот на этом лице, который с морщинками? Краситься, как мы с вами будем? Вообще, как жизнь дальше сложится? А вдруг меня не будет уже? Как мой канал куда уйдет? А вообще, как происходит вот это? Вот люди же снимают, снимают, ну, всякое же случается, да? Ну, кто-то от старости умирает, кто-то умирает, там, несчастные случаи, да? Куда девается этот канал? Вот мне вот интересно знать. Продолжают родственники, ну там дети, я не знаю, ну какие-то родственники, или закрывается он? Как вот YouTube вообще, если видео долго не снимаешь на канале, они закрывают этот канал или он продолжает как бы существовать? Ой, столько вопросов. Тут у меня вчера что-то так возникло, да? Ну, представляете, бабушка тут такая села и начала снимать и показывать свой уход. Не знаю, жизнь, конечно, покажет. Ладно, девчонки, всем пока. Всем хорошего настроения. Всех люблю, целую. Всем здоровья, всем любви. Будьте любимы, Богом хранимы. Живите на позитиве. Будьте добрее к людям, да, к блогерам особенно. Я такая эгоистка. Ну, в общем, всем пока, всех целую, всех люблю. С вами была Людмила Хамула. Подписывайтесь на мой канал и ставьте классики.